Из этого рецепта вы узнаете, как приготовить дрожжевой пирог с курицей и картошкой. Дрожжевое тесто в данном случае готовится очень просто, это вариант для тех, кто хочет сэкономить свое время и силы. Если вы хотите сделать пирог сочным, то в начинку можно добавить столовую ложку сметаны или майонеза, по желанию в начинку можно добавить несколько столовых ложек натертого сыра. Если в верхнем слое теста вилкой проколоть несколько отверстий, то корочка станет хрустящей, а начинка не такой сочной. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. Для начала займитесь приготовлением теста. 4 стакана муки смешайте в большой миске с сухими дрожжами, подогрейте молоко и постепенно влейте его к сухим ингредиентам, все перемешайте и добавьте еще стакан муки. Тесто закрутите в целлофановый пакет и положите в холодильник, через 2 часа оно будет готово. Пока тесто охлаждается, займитесь начинкой, куриное филе мелко нарежьте, лук очистите от шелухи и нарежьте тонкими полукольцами. Картофель очистите и потрите на крупной терке. Все эти продукты нужно обжарить на сковороде с растительным маслом, поперчить по вкусу. Нужно, чтобы курица хорошо прожарилась. Форму, в которой будет выпекаться пирог, смажьте растительным маслом. Теперь на дно формы нужно вложить половину теста равномерным слоем. Я растягиваю тесто руками. Затем в форму выложите начинку, а второй частью теста накройте ее. По желанию верхнюю часть можно украсить кусочками теста. Выпекайте пирог в духовке при температуре 200 градусов. Время приготовления составляет около 40 минут. Когда вы увидите золотистую корочку на пироге, его можно отключать. Подавать пирог можно и горячим, и холодным. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Подпишитесь на канал. Есть еще много вкусного. Вот из чего готовим блюдо. Дрожжи сухие 1-1 грамм. Молоко 500 мл. Мука пшеничная 5 стаканов. Сахар 2 столовые ложки. Соль 0,5 чайных ложки. Масло растительное 2 столовые ложки. Куриное филе 500 грамм. Картофель 3 штуки. Лук репчатый 2 штуки. Перец черный по вкусу. Количество порций 8-10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Друзья, жду вас снова.